Каждый сезон мероприятие «Вятка Fashion Day» удивляет зрителей модными показами. Стильное дефиле, зоны экспо и яркие люди. Тематика летнего вечера – райское наслаждение. Дресс-код – бело-бирюзовый. Мы сегодня каждому гостю на входе дарим конфетку «Баунти». И, соответственно, создали вот такую атмосферу райского наслаждения. Океан, пальмы, пузырики шампанского и моря, и песок. В общем, вот такое настроение именно летнее, легкое. Летнее настроение и на подиуме. Магазины города представили новые коллекции. Солнечные цвета, аксессуары для жарких дней, летящие модели и необычные фактуры. Зрители с восхищением наблюдали за показами и представляли, как будут этим летом выглядеть модно на улицах нашего города или в отпуске на море. Впервые на «Вятка Fashion Day» участвовали и студенты-дизайнеры со своей коллекцией. Их модели заинтересовали кировский «Бомонд». А еще на «Вятка Fashion Day» решили поставить модный рекорд. И поклонники мероприятия с удовольствием поддержали идею. Фишка именно этого мероприятия в том, что в конце мы зафиналим флешмобом, называется «А я такая иду вся в белом». У нас даже чатик создан «Белой королевы», в котором больше 90 участниц. И мы хотим поставить рекорд города на самый массовый, единовременный фэшн-дефиле. Откуда платье? 2 года назад я выиграла в нем премию «Человек года». Оно счастливое, поэтому оно должно просто работать. Более 80 участниц в белом прошли с дефиле. Происходящее зафиксировали фото и видеокамеры. А все материалы будут переданы в комиссию «Книги рекордов». И, возможно, «Вятка Fashion Day» войдет в историю благодаря этому достижению.